Добрый день, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с новым электрическим обрисовочным насосом, который произведен в Республике Беларусь, компанией Brexit. Вот так вот у нас с вами выглядит. Сам комплект состоит из насоса, смонтирован на металлическую емкость 10 литров, гидравлический шланг с манометром. Зачем такой длинный шланг, я понятия не имею. 6 метров 90 сантиметров. Характеристики. Двигатель электрический. Работает от сети 220 вольт. Мощность этого электродвигателя 1100 ватт. Насос. Максимальное давление 80 бар. А рабочее давление 70 бар. Расход воды 8 литров в минуту. Именно поэтому он называется Brextest 8000. И мне очень нравится то, что у него стоит сеточка, которую как будто бы нельзя не потерять, не отломать. Очень важно, чтобы была сеточка. По какой-то причине те работники, которые работают на строительных площадках, они считают, что можно взять с лужи, зачерпнуть ведро, залить сюда и работать. Но он же профессиональный, понимаете? А потом заканчивается тем, что у него вылетают все прокладки, все поршеньки, которые там внутри стоят. Поэтому, если у вас на ваших обрисовщиках нет фильтров, побеспокойтесь. Меньше будете бегать, относить в ремонт и забирать с ремонта. Что мне нравится у этого обрисовочного насоса, у него большой, здоровенный сам насос. Вот для сравнения, я вам покажу. Опрессовочный насос Brextest Pro 2500. У него 250 бар. А этот насос, у которого всего лишь 70 бар рабочее давление. Посмотрите, какая у него разница. Я не знаю, может быть, разница в 30%. Это я сейчас вам показываю с профессиональным опрессовочным насосом, который предназначен для опрессовки больших систем. Это у нас китайский опрессовочный насос. Всем известный. Самый популярный, недорогой. Вот именно этот опрессовщик позволяет качать 3 литра 100 бар. Смотрите, какой размер всего насосик. Это двигатель. Переводит движение. Вот такой вот. Но он дает 3 литра всего лишь. 100 бар, 3 литра в минуту. А это у нас дает 8 литров в минуту и 70 бар рабочее давление. Видите? Наверное, в 5 раз больше этот насос. Друзья, у этого электрического прессовщика есть еще одна особенность. Он укомплектован поверенным манометром, который действует 3 года. Вот в данном случае этот манометр прошел поверку в декабре 2021 года. Друзья, если у вас остались вопросы, пожалуйста, позвоните к нам по телефону. Наши консультанты с большим удовольствием ответят вам на все интересующие вас вопросы. Пока!